Ладно, хоть он уже я помню, эту ночью было как-то. Ну что, да? Ты же ставил палок в ночь. Да. А он как раз в углу. Лебедь. 2 часа горит. Высота огня 0.5 метра. Снимаем крышку. Поджигаем, ставим. 2 часа греемся. Вы там связь сначала автоматизируете? Рауль, еще петрушку возьми с собой. Когда приехали, ты еще не Анюту тоже. Петрушку. Курица? Я тебя полюбил, я тебя... Мы снимем пробу сейчас. Потому что больше он не классический борщ, а борщ специальный, приготовленный по рецепту Игоря Лосина. Да. Сука!
Тут за что 5000-то? А мы будем вместе. Марат же эту квартиру купил на этом. На где Бориску, да? Марат, я знаю, что... На этом? Из этого, из доширака? Что? Что в таежные запахи, они в комнаты затхлые, и не жить до пока в руках прожигать ложно, как осенние птицы улетают на юг, я весной на восток. Своим речкам таежным, как осенние куплю кончары, свой рюкзак соберу, посижу на гитары. Белой стене окольцованы черной луной, нарисуй что-нибудь на огне. Нет, ну что, какую жесть, ее же вырубали. Блин, Троич, привет. Тёмыч, сфоткай. Вот эти люди, короче, подожди. Озеро завалили. Блин, озеро завалили. Марат, подожди. Очень дорогие очки. Саш, держи. Для тебя одного под музыку из пространства, как древнее пламя. Для равенства просто любви, просто жизни, покуда много остается любви и жизни тебе под улыбкой Бога. Царь должен быть святым, и право не дано свергать зверью. С небес величие его, а царь святым смеется, шакали дух себе храня. Одни клыки и жадность, и кровь одна. Это все обман, что он был самым добрым царем. Смотрите, обалдевший Дима. Игорь Бушевич. А вот от чего он обалдел, смотрите. О, налетели. Что, лампу сажать хотели? Но, подожди, подожди, подожди. Подожди, пусть Петрович нас... Он замер. Петрович, а сфотографируй нас всех, Марат. А без рюмки можно? Да, вот я рюмки. А я как закуска. А я вот водичку. Оп. Ну, Леслямович, когда я уже... Игорек тер-тер, и календарь начал подниматься сам, блядь. Ты не бьешь, там три головы надо убивать разом. Одновременно. Она, вот, причем он хуем кричал. Раз, два, три!
Начали безумные роботы!